Итак, искусство корейского письма в Москве в рамках экспозиции «Россия-Азия». В современном музее прошел мастер-класс каллиграфа Ким Чон Чиля. Столичная публика художника уже знает. Чем удивил корейский мастер вот на этот раз, знает Аида Гатаульна. Штрих за штрихом, и на бумаге появляются первые витиеватые узоры. Мастер-класс Ким Чон Чхиля для многих учеников первый шаг в каллиграфии. Так, пополам, потом сверху 30 метров. Специальная бумага, кисть, тушь и состояние души. Главные составляющие настоящего каллиграфа, рассказывает гостям корейский мастер. Ким Чон Чхиль в искусстве красиво писания почти полвека признается, рисовать иероглифами ему проще, чем кириллицей. Уверяет, что в его работах народный фольклор творчества Александра Пушкина и Толстого. Мне очень нравится в Пушкине чистота бытия, в Толстом я вижу такую жизненную философию, а Виктор Цой — это свобода и молодость. Эти понятия пересекаются в каллиграфии. Очень жаль, что эти работы сложно найти именно на корейском языке. Корейская каллиграфия, десятки полотен, восточные вазы и тарелки с написанными текстами русских стихов и поговорок. Черно-белая экспозиция «Россия-Азия» вместе с автором Ким Чон Чхилем пробудут в столице до 20 апреля. Аида Гатаулина, Екатерина Сафронова, Иван Красовский, Life News.